Отсчет пошел. Ровно 100 дней остается до начала летних Олимпийских игр в Лондоне. Великобритания отметит это событие множеством праздничных мероприятий. Международный олимпийский комитет уже вынес вердикт. Город готов к приему почти 15 миллионов гостей. Однако, по мнению местных организаторов, лучше лишний раз перестраховаться. Очень важно понимать, это праздник, но этот праздник пройдет в большом городе. Город изменится, все говорят, что изменится и обычный распорядок жизни. Но мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы убедиться, что всем будет хорошо, как гостям и спортсменам, так и жителям города. Полным ходом идет и подготовка масштабной операции по обеспечению безопасности. Обучение в ней проходит 23 тысячи человек.